22 июня, 4 часа утра. 75 лет назад в это время началась война. Сегодня наследники Великой Победы собираются на Кургане Славы почтить память павших. Инициаторы мероприятия – военнослужащие Мозырского погранотряда. Военнослужащие отнеслись добросовестно. Все приняли участие в написании сценария. Данный сценарий корректировался несколько раз. Были неоднократные тренировки. Среди участников митинга – ветераны, пограничники, учащиеся 15-й школы. Ранний подъем для молодого поколения не в тягость. Вставать было совершенно не тяжело, так как я понимаю, что это нужно. Это все-таки одна из самых значимых дат для нашего города, да и вообще, в принципе, для всей страны. Проникновенные слова, живой оркестр, возложение цветов. Начинается очередное мирное утро. И лишь вечный огонь напоминает о тех драматических событиях 41-го года. Валентин Бойко, телеканал «Мозырь».